Всем привет, друзья. Выехал на этот. За грибами. Да, сейчас. Вот так вот грибы растут. Свеженькие. Папа нашел что-то. Мороз долбанул. Все грибы попортились. Старые совсем. Три в одном месте, что ли? Что-то непонятно. Да. Вроде как гриб, но не знаю. Похоже на гриб. На гриб. Даже два. Свеженькие. Тоже похож на гриб. Но не знаю, гриб ли это. Вообще один находишь, рядом еще должен быть. Но здесь нету рядом. Так вот они растут. Раз. Вот он. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть грибов. Старенький. Нормально. Не будем брать. Тоже должен быть гриб, не знаю, посмотрим сейчас. А даже два. Молодые. Только лезут. Еще прям рядом. Вот. Старенький. Тоже старенький. Около деревьев, видимо, тенек или что они растут. Вот тут посвежее уже. Более-менее. Кто не знает, как искать грибы, находить места грибные, просто ездите и ищите солодку. Вот это вот солодка. Где есть солодка, там в 90% случаев есть грибы. Именно в такое время, вот, начиная с апреля, с 15 и по 15 мая они идут. Ну, везде по-разному. В Алмате так, допустим. В Чимкенте с 15 марта начинается. До 15 апреля. Потому что там жарче. И вот так вот. Старенький.
Ты забегал, что ли? Ну? Что, где, где? Нихрена себе! Нихрена себе! Четыре штучки в одном месте. Больше нету. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Шесть грибов в одном месте. Вот сковырнул бугорок, а там такая красота. Свежие грибы. Молодые. Вот они грибы. Ну смотрите, как они растут. Вот это вот, их не видно даже. Раз, два, три, четыре. Красота какая. Вообще надо с корзиной ходить, чтобы они не ломались, но... Быстро, опять как всегда. Ничего не взял. Это я еще видел вдалеке одну. Большого. А, вот он. Два даже здесь, смотрите. Красота. А вот еще один. Вот еще, ё-моё. Смотрите, сколько их. Не по травой, а под этой растут. Не знаю, что острова надо будет загуглить потом. Такая красота. Вот еще нашел. Красавчик. Тут он сковырнул, выкинул. Негодяй. Старенький. Тоже старенький. Вот нашел. Свеженький. Там, по-моему, еще один торчит. Не знаю, свежий, нет? Много их, старые все. Еще один. Дождь нужно, хороший дождь. Дождь пройдет, грибов валом будет здесь. А так сухие все в основном, молодых мало.